Всем привет! Если у вас, как и у меня, проблема с обновлением в Windows 11, знайте, что есть обновление, но ваша система его не находит. Например, в данный момент существует версия 22H2, но у меня установлена 21H2. И при проверке наличия обновления ничего не выдается. Для того, чтобы увидеть версию Windows 11, щелкаем правой кнопкой мышки по этому компьютеру. Свойства. Ссылка на видео о том, как вывести этот компьютер на рабочий стол, будет в описании к видео. Для обновления новых компьютеров может оказаться достаточным установки VPN на вашем компьютере. Но если у вас старый компьютер, то это не поможет. В таком случае нужно скачать ISO-образ и после некоторых манипуляций обновиться с него. Если у вас есть ISO-образ Windows 11, скачанный после выхода последнего обновления, то можете сразу переходить к следующему эпизоду. Если нет, то давайте скачаем. Для этого заходим на официальный сайт Microsoft с официальной утилитой. Ссылка на страницу, как обычно, будет в описании. Прокручиваемся немного вниз и скачиваем. Запускаем. Принять. Далее. Здесь выбираем ISO-файл и нажимаем «Далее». Выбираем, куда будет он сохранен. После чего ждем, пока утилита создаст ISO-образ. После того, как он создался, нажимаем «Готово» и закрываем все окна. Для того, чтобы обновить Windows 11 на компьютере с неподходящими требованиями, используя ISO-образ, открываем ISO-образ. И все содержимое копируем в новую папку. Далее заходим в папку Sources и находим Operations DLL и открываем его с помощью блокнота. Далее удаляем все строки, в которых есть текст UEFI и TPM. После чего сохраняем файл. Далее возвращаемся в корневую папку и запускаем setup.exe. Нажимаем «Далее». «Принять», «Установить». После того, как вы нажмете «Установить», Windows начнет обновляться. При этом он будет несколько раз перезагружаться. Если вам видео пригодилось или понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Если возникли какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях.